Так, «Девчули красотули», вторая серия. Не пугайтесь, это лайт-крем. Токсины сняла с помощью микротока. Запомните, что лайт-крем мы с лица снимаем влажными салфетками. Остановлю. Итак, девчули мои. Так усердно работала, что сломала свой ободок. Элайт крем я стерла влажными салфетками. Теперь у нас идет клинсер. Это умывалка. Так, кислородные пузыречки будут у нас лопаться прямо на лице. Супер увлажняющая косметика Golden Coco. Вот, посмотрите, она уже начинает проявляться. Так. Ой, все время. Так, ручки надо смочить в заранее приготовленной посудинки. У меня есть специальная, так как я ходила на курсы косметологов в компанию Nadel. Вела у нас курсы супер крутейшая миссис Джу. Она президент ассоциации по красоте, всемирной ассоциации. Она принимает экзамены у Хангука. Так, вот, пузырится клинсер. Заранее смачиваем. Ой, пожадничала, эти коконы новые. Коконы на основе серицина. Это, я хочу сказать, что в одном коконе 750 метров нити коконовой, представляете? Так, так, делаем скрабирование. Ой, все пузырится, пузыречки лопаются, кислородные. Опять не хватит, господи. Ой, у меня вот здесь вот прям вообще все запузырилось. Смешно. Так. Хорошая штучка эти коконы. Опять по времени. Я, главное, тут стараюсь, а оказывается, не включился телефон. Клинсер.